Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Продолжаем. Mountain Blade Bannerlord. В прошлой серии мы отбивались тут. Осаду на Амбреллу, осаду на замок Сират. Просят мира. Наши хотят мир с Западной Империей. Смотрим, какие варианты пересмотреть. У нас 69 лордов Западной Империи, 10 стурских и 40 сирайских. Какие варианты по стратегической карте? По стратегической карте варианты, они сейчас пошли сливаться на Мизею. Мизея мне не нужна, мне ее сейчас не защитить. У нас откроется вот здесь фронт. Пока мы дефаем Амбреллу, Сират. Поэтому, как вариант, захватить Лакану. Если он в хорошем состоянии, третьего уровня стены и все потом построено, оставить себе. Если не очень, можно, в принципе, кому-то из наших узаитов отдать. Либо и потом идти на узык, и уже империи, в принципе, не боятся. Посадить здесь хороший гарнизон в Лакане. Человек 70 легионеров, фианов, арбалетов. Либо идти в узык. Но я думаю, наверное, в приоритете либо сначала сюда, но отсюда возвращаться уже не будет смысла, потому что нужно будет додавливать кузаитю. Нужно будет забирать химли, нужно будет забирать атангард. И всю вот эту часть, вплоть до калата, нужно будет отжимать кузаитов, объявлять им войну и забирать. Такой план, такой вариант. Апнулись, кстати, на 6 уровень клана. Есть у меня возможность купить две мастерские. Видишь, Балтахайня Льняная неплохо работает. И я, в принципе, наверное, куплю ее такую же, город? В Амбрелле, короче. На греческий лад я ее называю МП, читается как Б, поэтому Амбрелла я... Правильно, Амбрелла по-русски. Окей, здесь есть три мастерских, Льняная, шерстяная и бархатная. И я хочу купить бархатную и льняную. Шерстяные не очень идут. А вот эти две, в принципе, мне кажется, пойдут замечательно. Благополучие низкое, но поэтому они будут дешевле сейчас. Но мы этот город будем отстраивать. Привезем сюда братишку нашего и будем отстраивать. Вернется чуть-чуть верность. Посмотрим, что мы сможем сделать. Поэтому давай, это у нас льняных тканей. Берем сразу. Хочу предприятие. Да, 17 тысяч. Давай я беру. Когда будет уже большой город развит, хорошо будет около 30 стоить. Бархатный. Давай. Все. По предприятиям все. Можно будет, в принципе, в Тьяле продать, потому что Тьяле вообще не чешется шерсть. В Балтахане кожа неплохо. В Тьяле тоже кожа неплохо. Бархат. Лен. Посмотрим эти две. Так, и что я еще хотел? Распустить их и в армию, потому что он пошел сливаться. И, наверное, будем забирать Лакан. Наверное, будем. Так, тут гарнизон, в принципе, неплохой. Живучий, какое-то время поживет. Какое-то время поживет. Ок. Пойдет нормально. Все, распускаем армию. Хотят они с Западной Империей. Нет, мириться я не хочу в данный момент. Распускаем, пусть обижаются, вообще меня это мало волнует. И забираем всех сюда. Пока не идут, кстати, кузницу. Мне надо восстановить кузнечную выносливость, поэтому я, наверное,
Пока здесь отдохну. Так, своих я не хочу пускать. Так, 83. Мне нужно сюда 150. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее. Хотя используем самый топовый материал, самое топовое оружие, но... Окей. Так, поехали отжимать. А, да? Наверное, тоже покатаемся, потому что у них какой-то недобор у всех. Какой-то жесткий недобор. Время есть, время терпит. В гипнозу заедем, можем даже сюда заехать. Так, нет, я не хочу. Ну, влияние есть у них, влияние есть, нормально. Все у них неплохо. В принципе, до у нас еще 170 дней, так что, в принципе, можем с тобой, хотя не обязательно, но можно заключить мир с империей. Так, вот, ко двору прибыл посланник, просит мира. Просит мира. Они готовы платить. Так что с сираями тоже заберем этот и можно будет замириваться с ними, с сираями.
Так, кто у нас осадили? Осадили Брикскалу. Стурги. Так, ну а Серый, в общем, хочет мира. Принудили Серый. С деньгами все в порядке. Плюс, так, что там предприятие? Балтахан, Балтахан, Умбрелла. Пошел плюс, пошел плюс. Начал штурм. Burn.
Так, хотя мне менее 264 уже осталось 11. 182, 117. Гляжу одна ручка. 162.
Изящные. Мне надо. Мне надо. Ценитель изящного. Это обо мне. Эй. Так, а что по лукам есть у меня? Это не очень. Ну, ладно, больше защиты. Так, 50 тысяч. Это тоже нахер. Thank you.
Your Highness. Так, нормально. Стоп, еще у меня есть пленники. Тоже можно их отдать. Так вот, по чуть-чуть. Будем вкачивать. Your Highness. Так, тут бы уже, наверное, верность уже поднялась, можно было бы и начать строительство по чуть-чуть. Управление замком, верность 92, можно строить, начать, его начнем, давай получить 300, этого мало. Чего начнем? Наверное, с ярмарки. 12 дней. Закинем денег. 2 дня. Два дня ярмарки. Дальше. Дальше. Амбар. Наверное. Амбар будет 6 дней строиться. Окей. Амбар будет 6 дней строиться. Приоритете тренировочная нет, плац ополчения тоже нет, казармы поля нет, налоговые это деньги тоже нет, костелян к снижению затрат на гарнизон неплохо, но ни к спеху не горит, сады тоже 6 дней, и, наверное, потом мастерские 10 дней, окей, так и сделаем, ярмарки, бар, сады, мастерские, и потом мы подъедем еще раз посмотрим, будет не понемножечку падать верность, но тем не менее. Так, пленники, опять с пленниками у нас геморрой, как обычно, нельзя оставлять в замках, потому что будут охотиться на эти замки, там, где пленные сидят, для добора, и лазят, выбирают специально. Поэтому пленных желательно сразу
как бы забирать, выкидывать, либо продавать, если это можно в городах. Так, все. Ставлю. Окей. Окей, поехали. Отбились еще раз. Так, где еще хороший добор в городах? Давай, можем залететь в город. Да. Опять они накидали говна всякого. Ой, ну как вот их в города пускать, блин, а? Ну как этих идиотов пускать в города, господи, блядь, когда это кончится, блядь? Когда этот дебилизм, блядь, закончится? Когда разрабы успокоят этих клоунов, блядь? Когда? Когда? Когда они прекратят совать свое говно, блядь? Слов нет, блядь.
Так, забаговалось опять. Your Highness. Город не пускай. Thank you.
Infantry! Move! Move!
Все, еще кого-то не добили. Так, 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 так. Окей, забираем, забираем. Эти под вопросом. Ладно, все равно берем. Опять куча пленников, да что же с вами делать? Так. Гарнизон. Гарнизон. Так. Иди сюда, подруга. Зря я, что ли, те войска качал. I'm yours. Так, закидываем. Закидываем легионеров. Арбалетов, тарханов, варягов, лучников. Thank you.
Так, ну, в принципе, неплохо. Так, давай тогда вот этих обратно отдадим. Еще прокачаются. А сюда я закину, наверное, 20-ку фенов. Вот так. Вообще прелестно. Прелесть. Your Highness. Угу. Так. Так, управлением замка. Управлением замком. Да, чутка разбомбленный. Да не чутка, так хорошо разбомблено. Ладно, оставлю себе. Оставлю себе. Пока так. Еда, еда есть, еда идет. Так, гарнизон не нужен. Лишний мусор там собирать. Замок. Так, я пока покатаюсь, сделаю добор своим. По деревням подожду, когда кто-нибудь может придет отжимать перец или стурх. А потом пойду на узык и тогда включу запись опять.